Ой, Дима, какой нарядный! Посмотрите, какой Дима! Дима, на маму посмотри! Ой, какие! Это фикс-прайсы, кстати, такие продавали. Успела купить, слава богу. Вот. Ну, тебе, конечно, еще немножечко он большеватый. Но как раз Димочка собрался рисовать. Да, всем привет, с вами канал Артмания. Забыла с вами даже поздороваться от счастья. Вот, но классно смотрится, да? И мы собираемся рисовать. Это моя старая картина. Я хочу, чтобы ее Дима раскрасил, потому что она мне что-то либо ее не дорисовала, либо она мне не нравится, я не помню, честно уже. Вот приготовила бумагу, хотела сказать, воду. Здесь мои кисти, Димины кисти, моя акварель, Димина акварель. Кстати, хочу новую акварель, мечтаю. У меня новая мечта появилась, я хочу новую акварель. Не то что новую, а чтобы у меня было две акварели, два разных цвета. Вот, ну пока это только мечты. Так, сейчас мы будем рисовать. Пожелайте нам удачи. И потом я покажу, что же у нас там такое получилось, да, сыночка? Так, ну вот, Дима раскрасил мою картину тут. Покажи, что там у тебя. Показывай, поднимай ручки. Ну, чего-то короче, там даже синенькое появилось, я смотрю. Красненькое, тут вот даже человечек как будто бы. Покажи свои руки. О-о-о. Дима даже на столе вот тут попытался нарисовал, да? Вот так вот стоит. Да. Вот так вот. Ай, тихо, тут смотри, моя. Эх ты. Так, ну тут, конечно, моя работа. Рисовала, я срисовала все это с телефона, потому что в голове, к сожалению, у меня ничего подобного нету. Вот это очень-очень-очень сложно с головы что-то там придумать. Единственное, бывает такое, то, что рисуешь одну картину, и тебе в голову приходит вторая, третья, четвертая, пятая, но это надо прямо в живопись, прям внедриться конкретно. У меня, к сожалению, сейчас времени столько нету, и поэтому вот так вот я могу только срисовывать. Но зато, кстати, очень красиво. Осталось только это все пройтись ручкой. Я пройдусь ручкой и потом вам покажу, что у меня получилось. Вот, ну я думаю, очень красиво. Там вот она работа, пройденная ручкой. И здесь вот. Ну там, кстати, у меня не поместилось, там больше цветочков. Там цветочков, по-моему, так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть 8 разных цветочков, а у меня тут всего лишь 5. Здесь тут находится 5, его нужно немножко ручкой. Там сейчас у меня все подсохнет, высохнет, и ручечкой. То есть 3 цветочка у меня не хватило места. Ну, можно, правда, еще вот сюда, вот здесь вот есть лилия, но ее проще сделать ручкой сначала, а потом уже раскрасить. Вот, можно. Ну, здесь у меня получилось что-то свое, кстати, такое оригинальное. Я хотела как раз подобное попробовать. Видела ролик, не смотрела, но так видела ролик, как это делается, и решила попробовать. Получилось. Вот. Так мы порисовали сегодня, да, малыш? Кто там? Там комар спрятался за углом. Ай-яй-яй, комар? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Какой у него нос гигантский. Цап! Ой-ой-ой. Комар. Ай-яй-яй. Всем привет. У нас тепло, но очень ветрено. Банчики уже появляются где-то. Как красиво. Уже зелено. Все такое зелененькое. Травка. Ну, народу нет. Народу почти нету. Я сходила, купила творожок. Димочка у бабушки. Купила 1 кг творога.
собачками. Вот. А ветер сильный. Здесь когда-то у нас были гаражи. Все гаражи снесли. И поют птицы здесь. Звук дороги. Смотрите, какая веточка. Зелененькие, боже мой. Они только что вылезли прям. Только. Еще даже, кстати, блестят. Тут еще ворон пробил, где-то сидит. Вот мои покупки. Купила еще 2 творога из этой же серии «Кувшин молока». Там, ну, килограмм, короче, творог получился. Фикс прайс зашла, там кое-что купила, но это будет отдельный ролик. И вот я купила молоко, смотрите, и купила, наконец-то, мацони. Мацони – такой напиток. Кстати, там довольно жиденький. Вот, но у него уже срок годности подходит, уже 12 мая. Вот, из него я буду делать... еще мацони больше. Вот. Ну, как я ее купила как закваску. Вот, и 3 мороженки. Сейчас я эти мороженки раскрою. Я хочу сегодня сразу съесть 3 мороженки. Такой прям классный день на улице. Так все прекрасно, суперски. Вот, сейчас я эти мороженки открою и расскажу вам немножко про мацони.